Я не знаю, если честно, как я не заметил, что есть версия Айдола с Ники Минаж, но лучше поздно, как говорится, чем никогда. Давайте посмотрим. Я, насколько понимаю, их вместе в кадре не будет. Поскольку здесь кадры из Айдола, по-моему, из обычного. То есть, возможно, какая-то склейка будет. Хотя на основном канале вот BitHit находится. Могли бы, в принципе, и Ники Минаж притащить. Либо BTS притащить в Америку, допустим. Либо наоборот. Ну, давайте посмотрим. Меньше слов. Ну, не совсем, да, не совсем. Обалденно красочное видео. Нет, стойте. Так. Просто Айдол там, по-моему, совершенно другое. Вот я, блин, просто забыл, очень давно это было. Ну, хотя нет, да, вот некоторые кадры, да. Интересно, как Ники Минаж здесь себя. Давайте. Мне кажется, она отдельным кадром будет. То есть она не будет в кадре с ними. А, блин, как я на тот момент не заметил, что Чунгук здесь рэп читает. Блин, вот это акула вообще класс. И они в аквариуме такие, наживка. Наживка, грубо говоря, не для акул, а как бы, ну, здесь другое маленькое понятие. А вот они как бы на виду у всех в аквариуме. Прожекторы на них. Нормально. Такие рисованные. Я, по-моему, Айдол не смотрел на видео. Но клип сногсшибательный. Сам по себе, даже без Ники Минаж. Ну, а она здесь по-скромненькому, ну, понятно, ладно. Ну, еще бы она была не по-скромненькому бы здесь. Хотя декольте у нее, конечно, здесь неплохое. Ну, не декольте, а вырез.
Ух ты! Челлендж! Ну, таких челленджей на каждый трек есть. Но то, что они вставили, это круто. Люди, которые в кадре, наверное, безумно довольны этому. Рады. Особенно вот этот пацан маленький. Нормально такой. Делопутный, блин, такой. Ну, насколько я понимаю, и скорее всего так оно и есть, Ники Минаж, ее ни в одном кадре с ними нет. Она, возможно, снималась даже у себя, где она живет, да. Просто отправила им материал вот этот. Может быть, по-другому. Но если бы было по-другому, если бы она снималась в той же стране, что и ребята, да, то есть они хотя бы раз, но попали в кадр вместе. А поскольку этого не произошло, локация была где-то в другом месте совершенно, материал, скорее всего, был просто отослан. Вот и все. Ну, о чем здесь говорить? Куплет у нее, конечно, был классный. Куплет у нее был прикольный, то есть придраться не к чему. Ну, разумеется, маленький отрывочек, ну, хоть что-то как-то вот как-то она сделала. Айдол есть Айдол, трек, который я слушал сотни раз, даже уже, наверное, сотни три. Вот. И всем спасибо за просмотр. Это видео абсолютно, как вам сказать, абсолютно не предполагалось к просмотру. Просто я листал. Опа, нифига себе, Айдол с Ники Минаж. Я что-то вообще то ли пропустил. Я же по альбому Big Hit, по клипам ходил и как-то, видимо, пропустилось. И, блин, даже не заметил. Аж стыдно как-то стало. Ну ладно. Всем спасибо за просмотр, с вами был Флок. Всем пока.